Правильно направление пришли. А, вот вы. Понятно. Ну что, приперлись? Нагуляли где-то? Почти. Нагуляли? Почти. Ну что будем с вами делать? Осмотр проводить. Осмотр проводить с вами будем? На ноге. Ай! Вот, притащили. Ну мы не хотели, честно. Да? Пока по всем по вашим кабинетам обходите, реально. Ночами шляндаете, где попало. Потом Нет. нам вас лечить, лечить. Угу. Нет, угу. Ну что, будем с вами говорить про секс? Давайте попробуем. Как все-таки ВИЧ-то передается? Плавным путем от матери к ребенку. Кровь. И спиной мозговой, как там? Это же... Передается-то как? Половым что, спинной путем. Мозг передается, что ли? Нет, половым путем. Половым путем передается. Еще от как? Матери к ребенку. От матери к ребенку передается. Еще как? Как? Грудное молоко. А как защитить себя от ВИЧ-то? Кто знает? Половым путем презервативы. А чтобы от матери к ребенку не пошло, надо, чтобы мать принимала терапию. Mm-hmm. И не кормила ребенка. Смотрю, достаточно умная эта девушка. Угу, хорошо. А про презервативы тоже знаешь? Да. Рассказать можешь? Про какие именно? И про те, и про другие. Сейчас достану свою. Так, это что у меня? Вот это. Вот это что такое? Презерватив. Женский презерватив. А вот это что такое? Это, скорее всего, какая-то губка женская. Ага, это что это? Ага. Смотрю, вы молодцы такие, подготовились. Не совсем, а я-то думаю, что совсем глупые пришли. А то в прошлый раз пришли, ничего не знают. Может быть, это другой размер? А это что такое? Мужской презерватив. Ну, нате-ка вы мне, подержите-ка каждый из вас. Потрогайте, какие они у меня. Вот так, молодцы. Так, а что-то у вас не все тут. Все? Это? Или в вашей команде мужчин-то больше? Нет, в нашей команде. Ну что, давайте-ка я вам раздам. Держите-ка вы меня. Так. Так, по желанию, не обязательно. Угу, по желанию. Это никто никого не заставляет. Только по желанию, салфетки тоже есть. Итак, что, бананчик? Так, сейчас получше тебе найду. Берем их потом, что ли? А бананы мы вынесем? Бананы нет, к сожалению, надо мне их... Итак, смотрите, кто мне расскажет про презервативы? Про какие? А про какие хочешь? Ну, я знаю про женские, про мужские. Ну, давай, вот только женские. Вот там? Раз. Это женский презерватив, все видели, наверное. В нем имеются два кольца. Одно поменьше, другое побольше. Вот это кольцо... Оно вот так вот складывается и засовывается во влагалище. А, оно там раскрывается. А вот это верхнее кольцо, оно надевается на половые губы. А женский презерватив надежнее, чем мужской, потому что он более, как бы, ну, из плотной ткани. Полиуретан называется. А мужские презервативы, они из латекса. Угу. А женский презерватив не разъедает какие-то химические составы, которые есть, например, в помаде или в каких-нибудь других, там, возможно, даже в смазках. От чего он еще может защищать? От сифилиса, гепатита и других заболеваний, которые передаются не только половым путем, но и в контакте. А от вируса папиллом человека защищает он? Да. Угу. Обволакивая половые губы, он может... Угу. Угу. А, как, можно ли его заранее одеть на свидание? Нет. Подготовиться? Почему? Его можно одеть заранее, и он не мешает. Он лежит внутри, подготовится, если предполагается, что будут сексуальные отношения. Угу. Отлично. А если я точно знаю, что не хочу сексуальных отношений, как я скажу нет? Обычно нет. А как? Обычно а вот он... человек, чтобы он не принимал каких-либо действий в отношении ко мне. Угу. Потому что ты пока не готова. Угу. Разрешу ли я ему трогать свое тело? Нет. Угу. Как я ему скажу про это? Напрямую, это что? Дамочка, садитесь сюда. Чего вы там с краешку? Вот сюда, пожалуйста. Ты наша мама. Я еще не готова. Угу. Когда я не готов, я говорю нет. Отлично. Кто расскажет про мужские презервативы? Прежде всего, как их покупать? В аптеках. А на, ш... на что обращать внимание? На срок годности. На целостной упаковке. На если там есть воздух, то... Угу. Если... Угу.
А итак, обратили внимание на срок годности, целостность упаковки, все хорошо. Потом купили и кинули в бардачок машины. Или кинули в задний карман джинс. Можно так делать? Почему нельзя? Они могут повредиться. Молодец. Угу. Они могут повредиться. Обращаем внимание на ребристый край, сверху он и снизу. Угу. Теперь все вместе, у кого презервативы, это делаем. Угу. Берем правый указательный палец, отодвигаем его в сторону, а ребристый край оставляем вот здесь. Угу. Оставили вот с краю. Затрагиваем ребристый край, берем его и открываем. Держи. Давай я тебе другой дам, чтобы он был получше. Скользкие руки. Если что, вот салфеточки. Отодвигаем. Вот смотрите, видите, ребристый край. Отодвигаем. Вот так можно делать? Нет. Почему? Можем повредить, правда. А еще у нас обычно длинные ногти, поэтому наша задача внимательно открывать вот этими подушечками. Вот эти, видите, я уже зацепила. Я аккуратно, не тороплюсь никуда. Я аккуратно этими подушечками. Смотрите, мои подушечки только работают. Я аккуратно подушечками зацепила. Оп! Вот он у меня вылез. Вылез. Что дальше, друзья? Внимательно смотрим, в какую сторону открывается. Вот он мою, вот в эту сторону. Берем за пипочку, обязательно пальцем, вот так прям твердо за пипочку. Вот не торопь, прям берем. Смотри, у тебя воздух на пипочке. Попробуй без воздуха, прям вот. Вот-вот-вот, все уже, он у тебя раскрылся, доставай. Вот как нам ногти мешают, кстати. Ага, взяли за пипочку? Да. Теперь смотрите. Берем и наматываем на указательный палец. Он скользит. Да, он скользит, ничего страшного. Наматываем. Намотали? Ага. Вот здесь держим, вот за это. Смотрите, вот эта пипочка, вот она. Для чего она нужна? Для того, чтобы, когда идет половой контакт, идет постоянное трение, натяжение, чтобы угу. было свободное пространство. И не рвался. Чтобы он не порвался. Да, потому что, смотрите, вот правильно Карина говорит, потому что, когда половой акт, он идет... Половой акт, смотрите внимательно, он идет вот, вот смотрите, я оставила эту пипочку, одела, оп-оп-оп-оп, одела. И у нас половой акт происходит вот в эту сторону, натяжение вот сюда идет, вот сюда, туда-сюда, туда-сюда. И смотрите, что происходит, оп, и смотрите, оп, если его мало, то у нас вот так, вот таким образом он порвется. Поэтому нам нужно оставить вот это место без воздуха. Поэтому мы его берем вот так вот, одеваем, и вот, пожалуйста, вот он. Плюс для жидкости, естественно, да, для спермы, но еще и очень важная эта история для того, чтобы... Для того, чтобы было хоть... Для того, чтобы правильно был одет презерватив и не порвался. Наша задача, чтобы он не порвался, чтобы мы не получили нежелательную беременность и еще другие инфекционные заболевания. Правда, нам лишние потом лечение, дополнительные антибиотики не нужны. Итак, вы большие молодцы. Возьмите салфеточки. Теперь давайте посмотрим женские презервативы. Салфеточки. Угу. Смотрите сюда. Здесь женский презерватив, он состоит из полиуретана, он прочнее. Мужские презервативы тоже бывают из полиуретана, потому что у некоторых на латекс есть аллергия. Если мужчина не готов одевать презерватив, что, о чем это говорит? Либо у него аллергия, либо он хочет детей. Аллергия. Либо еще. Либо у него либо он специально намерен заразить. Ага, еще. Может быть, ему неудобно в нем. Ага. А не еще? Уважает, не уважает. Да, он вообще не ответственен. И если он с кем-то из вас без презерватива, да, представьте, скольким еще он может быть без презерватива. И до этого сколько у него могло бы быть партнеров. И он может быть даже совсем не знать о ВИЧ-инфекции. Дело даже не в ВИЧ-инфекции, а дело в том, что он вас не уважает. Нужны ли вам такие отношения? С человеком, который вас не уважает. Презерватив – это про уважение. Да, это правда такой, видишь, настолько он полиуретановый, он настолько плотный, но не рви только. Вот так, смотрите. Итак, смотрите, мы... ты рассказала, как вводим во влагалище, все правильно рассказала. Как тампон проводим во влагалище. Но скажите, пожалуйста, если я, к примеру, девственница, и у меня не было полового контакта, и я вот
и у меня есть мой молодой любимый человек. Я задумываюсь о том, что хотелось бы. Вот когда внутри происходит такое осознание, что я готов, я готова. Все равно нужно предохраняться. А, нет, я про то, что когда это происходит, как когда, оно... Когда ты уже морально понимаешь. Угу. Когда ты понимаешь то, что ты человеку спокойно доверяешь, а спокойно ему можешь обо всем говорить, чтобы он, ну, чтобы ты был уверен в нем. Угу. Вообще во всем. Расскажет он, не расскажет, сделает ли он специально. Угу. Вот, и только тогда нужно быть еще готовым к самой этому. Нужно ли тебе само это? Угу. Да. Угу. Ты готова на близость и на контакт. На близость и контакт. Спасибо. Когда ты уже морально понимаешь, созреваешь для вот этого, когда ты уже понимаешь, то, что да, ты готов, то, что у тебя не будет никаких проблем, то, что ты обладаешь нужной информацией. То, что не из-за того, что надо, вот там все уже того самого еще нет, а из-за того, что ты обладаешь нужной информацией, то, что ты готов просто идти в это. Угу. Быть готов с этим человеком быть там еще ближе. Угу. Когда вы друг другу доверяете, наверное, все уже, наверное, сказали. Угу. Я согласна, просто. Угу. Главное не жалеть себя, не жалеть человека. Что значит не жалеть? Ну... Может быть, не делать это еще потому, что вот он потратился там на ресторан, там на то-то, теперь вот так вот, и вот я теперь виновата. Угу. Чувствовать себя обязанной, да, должной. Да, чувствовать себя виноватой, обязанной, должной. Если вы рядом с человеком, у вас возникают такие чувства, то тогда о чем это говорит? Если вы чувство вины просто... Угу. Это не тот человек, потому что всегда, когда вы... Вот когда вы рядом со мной находитесь, или с Яной, или с Катей, какое у вас чувство возникает? Доверие. А вот когда... Да, и это сразу понятно, с первого раза. Поэтому если вы вдруг чувствуете, что он вас куда-то сводил, дал вам что-то вкусного, одел вас, нарядил, там еще что-то, ухаживает за вами, но вы вдруг чувствуете, что как будто вы обязаны, то... Это обман. То есть нужно внимательно прислушиваться к своим чувствам. Правда? Угу. Какие вы молодцы, я хочу сказать. Вы так все знаете. Я должна думать, что я это должна и заслужила. Угу. Вообще, большие молодцы. Круто. Есть еще что спросить-то, Ян? Про активное согласие. Угу. Плане. Хорошо, давайте представим, что у вас есть молодой человек. Mm-hmm. Вы его любите, все, но вы, допустим, увидели. И вам показалось, что вы готовы, но в какой-то момент вы поняли, что вы не готовы. Что нужно, делать? Что нужно делать, да. Срочно остановиться, прервать этот контакт и сказать о том, что ты не готова, и плюс к тому ты не в трезвом состоянии. Правильно. Нужно подумать об этом на трезвую голову. Да. Либо, возможно, там... И проконтролировать, чтобы человек не воспользовался тобой на трезвую голову. Правильно. Даже в этом состоянии кто виноват? Молодой человек. Правильно. Никогда не берите на себя вину. Потому что молодым людям обычно это больше надо. А если вдруг случилось так, что к вам начинают приставать и незнакомые люди, что нужно кричать? В состоянии кричать о помощи? Да, еще мусор. А как кричать о помощи? О том, что это не твой молодой человек, это не твой парень, не твой родственник. Тебе страшно. Лучше не так кричать. Просто помогите. Пожар. Кричите пожар. Давайте вместе 3-4. Пожар! Ну, мы сейчас так громко не кричим, но там нужно кричать, прям визжать пожар. Если это в подъезде, очень много случаев, когда на помогите не выходили. Я думала, на публике тогда так. И, да, просто... Не, в подъезде, где-то там на публике. Mm-hmm. Кричим просто пожар, люди все равно сбегутся инстинктивно, чтобы предотвратить огонь. Mm-hmm. А так, бывали... На помогите бывали, вот. То есть, а прежде всего, защита о себе. И думать о своих чувствах. И рядом с другим человеком, если вдруг вы чувствуете себя виноватой, 100 раз спросите и даже с кем-то из взрослых поговорите, почему я рядом с ним все время чувствую себя виноватой. Что такое? Потому что любой человек, он что-то с нами делает, он вызывает какие-то чувства. И это скорее не про вас, а про него. Угу.
Хочешь что-то поделиться, рассказать? Мы здесь, мы рядом.